На этом месте организован штаб. Здесь ищут Влада Бахова уже вторую неделю. Соливар работает утром, днем, поздним вечером. Ночные поиски в настоящий момент приостановлены. Это тот самый лес, где 13 подростков, в их числе был и Влад, отмечали праздник, день рождения. Эта дорога ведет прямо к штабу, именно к тому месту, где ребята праздновали. По словам родных, близких, очевидцев, место это, в принципе, обхоженное людьми. Здесь много тропок, которые ведут к дороге, где ездят машины. Их даже сейчас слышно, то, что оживленная трасса где-то рядом. Лес пройден вдоль и поперек не один раз, но результата как не было, так и нет.